Музей истории Московской медицинской академии имени Сеченова экспонируется панорама клинического городка на Девичьем поле. Это вид клинического городка на начало 20 века. Комплекс зданий клиник и институтов на Девичьем поле был построен в конце 19 века. И одним из красивейших зданий клинического городка стала клиника детских болезней, построенная по проекту архитектора Быковского на средства Михаила Алексеевича Хлудова. Именно с детской клиникой и кафедрой тесно связана история отечественной педиатрии и жизнь замечательных людей, творцов этой истории. Чтение лекций на медицинском факультете Московского университета началось с 1758 года, но подготовки практических врачей в то время не было. Педиатрия раннего возраста возникла в тесной связи с акушерством. До 19 века помощь детям раннего возраста оказывали повивальные бабки. Перед вами книга «Повивальная бабка», изданная в университетской типографии. В 1763 году в Москве был учрежден воспитательный дом для детей-подкидышей. Здесь можно видеть книгу об учреждении императорского воспитательного дома для приносных детей. Воспитательный дом сыграл немалую роль в деле медицинского образования в России. В 1801 году при воспитательном доме был открыт повивальный институт. При этом повивальном институте функционировала школа для сельских повивальных бабок. Кроме того, начали действовать и специальные латинские классы, которые готовили мальчиков для поступления на медицинский факультет Московского университета и в медико-хирургическую академию. В 1835 году кафедре повивального искусства при Московском университете был придан курс женских болезней, детские болезни оспопрививания и лечения родильниц и новорожденных. Однако специализированный курс по педиатрии не читался, и в Москве не было специализированной детской больницы. Первая детская больница в Москве открылась в 1842 году. Некоторое время главным врачом этой больницы был Николай Алексеевич Тольский, основатель Российской педиатрической школы. Основание кафедры детских болезней и строительство клиники детских болезней связано с именем Николая Алексеевича Тольского. Николай Алексеевич – внук диакона Толкского монастыря и сын штаб-лекаря, окончил медицинский факультет Московского университета. Тольский – высокоодаренный, обаятельный, с твердым характером человек, последовательно на протяжении 30 лет развивает новую дисциплину педиатрию. В 1861 году он начинает впервые в университете читать постоянный теоретический курс лекций по детским болезням. Спустя 5 лет в клинике профессора Захарина на Рождественке Тольским открывается детская клиника, состоящая из двух палат на 11 коек и амбулатории. Став профессором, будучи деканом медицинского факультета университета, Тольский родил о расширении клинической базы и строительстве отдельной детской клиники. И, наконец, в 1885 году, после того, как Московская городская дума передала специальный участок земли для детской клиники, начато ее строительство. Николай Алексеевич сам руководил и разработкой проекта, и строительством двух подразделений клиники. Одна – 4 инфекционных барака. Государственная клиника на 32 койки для больных с оспой, корью, дифтерией и скарлатиной была открыта Тольским 22 декабря 1890 года. Другая, частная благотворительная, имени Хлудова, была открыта 23 мая 1891 года. Клиника вызывала восхищение
всех собравшихся на ее открытие. Это было современное здание, отвечавшее всем достижениям науки, гигиены того времени. За 3 месяца до ее открытия Николай Алексеевич Тульский внезапно скончался. Кафедра, руководимая профессором Тульским, воспитала ряд учеников, профессоров, докторов наук. Это Филиппов, Полиэктов, Корсаков, Гундобин, Филатов Нил Федорович, который возглавил кафедру после Тульского. Нил Федорович Филатов по происхождению дворянин, родился в одних краях с Иваном Михайловичем Сеченовым. В семье Филатовых из 7 сыновей 5 стали врачами. По окончании медицинского факультета университета Нил Федорович отправляется работать земским врачом. «Вообразите, — пишет он своему коллеге, — я один на весь уезд. По географии на моих руках находится 58 тысяч человек». Через 2 года Филатов уезжает за границу и в течение 3 лет стажируется в различных странах, особенно глубоко по педиатрии. После приезда в Москву он защищает докторскую диссертацию и в течение 16 лет работает в больнице детской на Малой Бронной. После открытия детской клиники Филатов занимает место ее директора. Он был прекрасным врачом и блестящим педагогом. Его обходы, лекции собирали много слушателей, как студентов, так и врачей. Чрезвычайно велико научное наследие Филатова. Первым описал синдром Прикори, позже названный его именем. Описал скарлатинозную краснуху, 4-ю болезнь. Железистую лихорадку. Впервые в России вместе с Гавричевским применил для лечения дифтерии противодифтерийную сыворотку. Но главная заслуга Филатова состоит в том, что он создал отечественные педиатрические учебники, монографии и устранил зависимость врачей и студентов от переводной литературы. В 1902 году Нил Федорович Филатов в возрасте 55 лет скончался от кровоизлияния в мозг. В прощальном слове один из последних учеников, студент Аржанов, сказал: «Бывают люди, над которыми бессильна смерть. К ним именно и принадлежал Нил Федорович». Мы не раз видели его обращение со своими маленькими пациентами. Как он их понимал? Поистине надо было обладать такой чистой, как у младенца, душой, чтобы понимать детей так, как понимал ее Нил Федорович. После смерти Нила Федоровича Филатова кафедру и Хлудовскую больницу возглавил профессор Николай Сергеевич Корсаков, брат известного психиатра. Он был крупным диагностом и клиницистом, продолжал работу кафедры по гигиене детей, железистой лихорадке, а также углубленно изучал обмен кальция при рахите у детей. Говорят, что он длительное время оплачивал труд персонала, питание и одежду детей из своих средств, полученных путем частной практики. Инфекционными бараками в клинике в течение 20 лет заведовал профессор Василий Иванович Молчанов, который после смерти Корсакова возглавил кафедру детских болезней и провел первую реконструкцию клиники. Было создано отделение для детей раннего возраста, ряд диагностических и функциональных кабинетов, молочная кухня. В клинике он проработал более 60 лет, практически со дня ее организации. Более 160 научных работ Василия Ивановича посвящены им различным разделам педиатрии. Во многих из них он был первым. Так, его диссертация «Надпочечники и их изменения при дифтерии»
открыла путь к применению гормональной терапии в детском возрасте. Молчанов один из первых изучил состояние симпатической нервной системы при инфекционных заболеваниях, в частности, при скарлатине. Установил связь между скарлатиной и ревматизмом. Молчанов был основоположником детской эндокринологии. Им было открыто первое детское отделение в Институте эндокринологии, которым руководил его ученик Соколов, и издана книга «Расстройства роста и развития у детей». Педагогический талант и большой опыт преподавания лег в основу учебника «Пропедевтика детских болезней» Молчанова, Домбровской и Лебедева. В период Великой Отечественной войны клиника детских болезней не прекращала работу ни на один день. Самоотверженно работали ее сотрудники. Во время бомбежек они эвакуировали детей в бомбоубежище, охраняли здания от пожаров, участвовали в разгрузке и пилке дров. В это время в клинику поступали дети, перенесшие всю тяжесть оккупации и лишений при фронтовой полосе и блокадном Ленинграде. И в клинике проводились научные исследования патологии военного времени, дистрофии, отечной болезни, авитаминозов. Академик Василий Иванович Молчанов прожил долгую плодотворную жизнь врача, педагога, ученого, был председателем Московского общества детских врачей и организатором педиатрической ревматологической службы. Юлия Фоминична Домбровская сменила на посту заведующего кафедрой детских болезней Первого медицинского института Василия Ивановича Молчанова в 1950 году. Юлия Фоминична была выдающимся ученым, педиатром. Она была лауреатом государственной премии, действительным членом Академии медицинских наук, заслуженным деятелем науки. В годы своей расцвета своей деятельности Юлия Фоминична по праву считалась педиатром номер один. Ее творческий путь, рабочий путь был длинным. Юлия Фоминична родилась в семье ветеринарного врача и акушерки в 1891 году. По окончании медицинского института Юлия Фоминична переезжает в Москву. И первые три года, с 1913 по 16 год, работает в Софийской больнице, которая теперь называется Филатовской, ординатором. С 1916 года и до конца ее дней ее жизнь и судьба творческая уже связываются с клиникой детских болезней сначала Московского университета, а затем Первого Московского медицинского института. Особенно активна деятельность Юлии Фоминичны начинается после Октябрьской революции. Тогда она включается в общественную деятельность, создает вместе с другими такими выдающимися деятелями нашей страны того времени, как Калантай, как Семашко. Она создает детские ясли, детские консультации, она выходит на фабрики и заводы. Очень быстро Юлия Фоминична включается в научную работу. Ее основное научное направление – это патология детей раннего возраста и респираторные патологии у детей. Тогда еще была очень велика детская смертность. И дети умирали именно от этих заболеваний. Поэтому Юлия Фоминична создает респираторное отделение в клинике. И ее кандидатская и докторские диссертации посвящены этой проблеме. А в дальнейшем она пишет очень крупную монографию, которая была переведена на несколько языков европейских. Это заболевание органов дыхания у детей. В дальнейшем Юлия Фоминична продолжает свою научную деятельность. Она создает большую научную школу. Вот на этом стенде ученики и последователи Юлии Фоминичны. Одни остались в нашей клинике, в частности, ее ученица профессор Исаева Людмила Александровна, тоже выдающийся ученый. Другие разъехались по разным кафедрам нашей большой страны. Самыми замечательными качествами Юлии Фоминичны были качества ее как врача-педиатра.
самый кричащий ребенок, попадая в руки Юлии Фоминишны, сразу переставал кричать, успокаивался. И она всегда говорила, что у педиатра должны быть теплые и ласковые руки. Надо обязательно отметить еще одно обстоятельство. В свое время, когда Юлия Фоминишна пришла в клинику, и первые годы ее работы здесь, даже в качестве заведующего кафедры, проходили в маленьком здании, в старом здании Клодовской больницы, всего на 70 коек. И благодаря ее стараниям, ее усилиям, в 60-м году было построено новое здание, в котором по существу сейчас мы все и работаем, и клиника расширилась на 250 коек. В этой клинике были открыты и новые профильные отделения. Была организована совершенно новая служба. Служба эндоскопии в терапевтической клинике, так как обычно это было уделом хирургических отделений. Юлия Фоминишна создала совершенно новое направление научное. Изучение коллагенозов или диффузных заболеваний соединительной ткани. И сейчас это направление изучения диффузных болезней соединительной ткани, остается одним из основных направлений деятельности нашей клиники. Мне посчастливилось в течение 15 лет работать с Юлией Фоминишной, быть ее аспиранткой. Поэтому я хочу сказать, что память о ней не изгладится никогда из наших сердец. Мы ее будем передавать из поколения в поколение. В 1980 году Юлия Фоминишна Домбровская передала клинику и кафедру молодому профессору Людмиле Александровне Исаевой. Людмила Александровна Исаева родилась в 1925 году. Несмотря на то, что в детстве она перенесла тяжелые заболевания, в результате которого осталась инвалидом, она сумела успешно закончить школу, затем первый Московский медицинский институт и пришла работать в клинику детских болезней, где прошла путь от клинического ординатора до заведующего кафедры. За эти годы Людмила Александровна активно участвовала в строительстве новой клиники, была одним из организаторов второго лечебного факультета, в течение 13 лет его деканом. Под ее руководством был написан учебник детских болезней, несколько монографий, множество статей. Признанием ее заслуг было присуждение государственной премии, звание заслуженного деятеля науки и академика. Одно из основных ведущих направлений научных, которым занималась Людмила Александровна, это были так называемые коллагенозы или диффузные болезни соединительной ткани, которые представляют одну из самых сложных патологий детского возраста. Развивая это научное направление, она изучала этиологию, патогенез, классификацию этих заболеваний. Она сумела создать целое направление по изучению этой патологии. Создать школу учеников, которые продолжили эту труднейшую проблему. Второе направление, которым занималась Людмила Александровна, это были хронические бронхолегочные заболевания. Изучение фармакокинетики различных лекарственных препаратов при бронхолегочной патологии. Изучение эндоскопической картины. Изучение стратегии и лечения бронхиальной астмы у детей. Сегодня мы продолжаем эти направления, которые были начаты Людмилой Александровной Исаевой. За 20-летний период, в течение которого Людмила Александровна руководила клиникой, были открыты отделение эндоскопическое, которое затем было преобразовано в Центр эндоскопических исследований в педиатрии. Были открыты отделения функциональной диагностики. Был открыт Центр по изучению иммунопатологии и диффузных болезней соединительной ткани. Людмила Александровна очень много внимания уделяла воспитанию, подготовке молодых врачей и педагогов. Личным примером она воспитывала молодежь. Людмила Александровна была академиком Академии медицинских наук. Она в течение многих лет возглавляла специализированный ученый совет. Обладая колоссальной энергией, которая позволяла работать ей с утра до вечера, она заражала этой энергией всех окружающих ее сотрудников. Организовывала множество конференций, ездила по стране. Была в течение многих лет генеральным секретарем Всесоюзного общества детских врачей. Ее знали во всех уголках России и союзных республик.
Под руководством Людмилы Александровны Исаевой было защищено 97 кандидатских и 19 докторских диссертаций. Во всех уголках страны у нее есть ученики и последователи. Она имела большие связи с зарубежными странами. Были проведены очень интересные исследования совместно с учеными Болгарии, Чехословакии, Соединенных Штатов Америки, что позволило поднять авторитет кафедры и клиники не только в нашей стране, но и за рубежом. С 1991 года, спустя 100 лет со дня открытия Хлудовской больницы, кафедру и клинику детских болезней Московской медицинской академии возглавил академик Российской академии медицинских наук профессор Александр Александрович Баранов. Сегодня кафедра и клиника детских болезней Московской медицинской академии является уникальным федеральным научно-педагогическим и практическим центром охраны здоровья детей в Российской Федерации. На кафедре и в клинике трудятся более 40 докторов и кандидатов медицинских наук, около 400 врачей, медицинских сестер, младшего медицинского персонала, которые решают чрезвычайно важные задачи по охране здоровья подрастающего поколения. За последние годы изменилась структура патологии детского населения. Имеется значительный рост социально значимых болезней, таких тяжелых заболеваний детского возраста, как язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, рост болезней соединительной ткани, бронхиальная астма и целый ряд других патологий. Это прежде всего ставит перед нами совершенно иные, новые задачи на современном этапе, такие как профилактика болезней детского возраста, необходимость поиска совершенно новых форм медицинской помощи детям. Наиболее подвержены формированию хронических заболеваний оказались наши подростки. И в то же время наиболее в медицинском плане это оказалось незащищенной группой населения. Наша клиника не может остаться в стороне от решения такой важной государственной проблемы. Мы очень много сейчас делаем для того, чтобы внедрить в России и еще один новый, совершенно важный раздел образования. Это образование, подготовка медицинских сестер с высшим образованием. И здесь коллектив кафедры является пионером в России. Мы сейчас подготовили учебники по сестринскому образованию. Структура патологии в России изменилась так, что практически на первое место выходят инфекционные болезни. Наша кафедра всегда исторически уделяла этому разделу большое внимание. Это прежде всего и работы Филатова и Молчанова. И сегодня мы предполагаем существенно расширить прежде всего образование в области инфекционной патологии детского и подросткового населения. Мы с уверенностью смотрим в будущее нашего второго столетия существования нашей клиники, кафедры. И мы надеемся, что наша клиника, наш центр и в дальнейшем будет занимать передовые позиции в области педиатрической науки и практики России.